Автором материала нашей рубрики «Мобильный репортер» стала жительница Видного, которая рассказала, что каждый день проходит мимо лицея и уже в пятый раз наблюдает такую картину. Результаты прошедшего субботника, с одной стороны, радуют. В округе стало значительно чище, а с другой стороны, весь собранный в мешки мусор до сих пор не увезен. Этим пользуются ленивые жители близлежащих домов, которые выбрасывают сюда и свои собственные мешки с домашними отходами. Что случится быстрее? Собранный мусор все же увезут или здесь образуется новая свалка? Пока остается под вопросом.